Сегодня в крае стартовал этап Кубка Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова. Уже начались предварительные бои. В них принимают участие действующие военнослужащие из 12 регионов страны. Десантники, ракетчики, танкинцы, пехотинцы, разведчики и представители спецназа. Всего 120 человек. Добавим, в нашем регионе турнир проводят с 2014 года по инициативе общественников военно-патриотических организаций. В 2015-м соревнования признали лучшим турниром по армейскому рукопашному бою Вооруженных сил России. Завтра в спортивном комплексе «Победа» начнутся финальные бои. Вход свободный.